3 сотни лет я сражался во славу Альянса. Я истребил 1000 орков, защитил 2 дюжины порталов. И такой жалкий финал. Поскользнуться на крови вонючего кобальда и раскроить себе череп о ступени башни. И теперь защищать эту крепость предстоит моему ученику. Это конец. Мир обречен. Теперь все зависит от меня. Покойся с миром, вздорный старик. Перво-наперво посмотрим, чем меня порадует его книга заклинаний. Я не могу.
Теперь, когда старик загнулся, а мое обучение наконец закончилось, я могу использовать все силы порталов. Каждый раз при защите портала у меня будет новая игрушка. Только не по лицу!
один день, еще одна крепость, еще один портал для защиты. Похоже, что они каждый раз ломятся через двери. Это нужно как-то использовать. Сюда, мистер Орк. Неплохо.
атаки орков стали более организованными. Мне это на руку. Люблю, когда враг толпой валит в мясорубку. Жду приказаний. Кого подстрелить? Готов служить. Ну-ка, испытайте эту штуку. Они в восточном зале. Гопальди! Что может быть хуже паразитов? Лучник поверх! Каждые две недели. Они в западном зале. Конечно, порез. Добавить орка и размешать. Блистательно!